Накануне в парламенте Израиля были утверждены назначения в состав правительства страны. И в связи с этим президент телеканала ТБН «Родной и улыбка ребенка» Игорь Никитин направил поздравления представителям фракции «Наш дом Израиль», Авигдору Либерману, избранному новым министром иностранных дел, и Стасу Мисежникову, ставшему министром по туризму. Телеканал ТБН имеет давние и дружественные отношения с этими известными политическими деятелями. Мы надеемся, вот с новым назначением наше сотрудничество, которое развивалось очень плодотворно, станет еще полномасштабнее и теснее на благо двух наших народов – России и Израиля.